Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергеев Сергей. Я сам с Николаева. Вот по советам друзей решил снимать влоги про свою жизнь, что как я делаю, как развлекаюсь. Первый мой влог состоится в том, что мы ездили на экскурсию во Львов. Ездили мы недавно, вот 28 числа, 28 ноября. Все начиналось с того, что мы купили билеты. Львов, Херсон-Львов, в плацкарте. Зашли в плацкарт, расселились. Я думал то, что плацкарт... Я первый раз ездил в таких поездах. Нет, в поездах я вообще ездил, но не в таких. Вот. И плацкарт оказался вот таким. Был случай такой со мной именно. То, что уже было часов 12 ночи, а одна девочка не спала, а я, ну, так уже, можно сказать, дремал. Она подходит ко мне и начинает меня дергать за ноги. Вот такая ситуация примерно случилась. Шо? Шо? Тю, а ты что спал? Ты что, сука, ебанутый? Итак, мы ехали в поезде 16 часов до Львова. Итак, мы приехали во Львов на вокзал, нас встретил экскурсовод, мы сели в автобус и поехали различать иные места. В общем, мы, так скажем, в общем, мы были на экскурсии 4 часа, остальное время до 6 мы ходили, ну, сами смотрели, что как, куда во Львове. Вот смотрите фрагменты, то, что я снял. Отдельно могу сказать за трамвайчики во Львове и за трамвайчики в Николаеве. Вот, посмотрите, какие трамваи типичные во Львове. Я себе думаю, ты гурман. И на этом все. Ну что ж, если вам понравилось видео, можете поставить лайк, подписаться на канал. А если вам не понравилось видео, то укажите в комментариях под этим видео, чем вам не понравилось это видео. Ну, я буду, конечно, исправляться. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.